самом начале улицы Чкалова, на четной стороне, примыкая к великолепному Приоратскому парку, стоит прекрасное старинное здание бывшего реального училища. В 1899-1900-х годах прошла эта постройка очень быстро. 21 ноября 1900 года начались занятия в этом здании. Продумано все очень тщательно. Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования. И не люди виноваты в том, что часть населения у нас деградирует в связи с бедностью, в которую мы ее загнали за предыдущие 15 лет. Это наша с вами вина. Даже если мы, вот я лично там 15 лет назад не был в таких высоких и важных кабинетах.